Здравствуйте, в эфире программа «Диалог». Найти работу или открыть свое собственное дело помогает казахстанцам государственная программа «Дорожная карта занятости 2020». Она направлена на повышение благосостояния населения. В рамках поддержки развития предпринимательства выдаются микрокредиты на открытие или расширение бизнеса. О том, какие для этого необходимы документы и кто может участвовать в программе, расскажет заместитель директора Центра занятости Александр Юрьевич Беляченко. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Здравствуйте. Впервые в городе Петропавловск в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020» предусмотрено финансирование на открытие или расширение своего дела. Расскажите об этом поподробнее. Да, в текущем году в рамках второго направления стимулирования предпринимательской инициативы по программе «Дорожная карта занятости» впервые выделено 150 миллионов тенге на содействие организации либо расширение собственного дела и обучение 18 человек основам предпринимательства. Финансирование предусмотрено через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. А кто может участвовать в этой программе? Программа «Дорожная карта занятости» адресована безработным, самостоятельно занятым и малообеспеченным гражданам. В приоритетном порядке по второму направлению участвуют женщины, инвалиды, не имеющие ограничения трудовой деятельности по состоянию здоровья, лица старше 50 лет по достижению пенсионного возраста и молодежь в возрасте до 29 лет. Скажите, а какие условия и требования, какие нужны для этого документы? Условия микрокредитования сумм до 500 тысяч тенге, не более 3 лет под 4,8% процентов годовых на сумму более 5 до 3 миллионов тенге под 6% годовых на срок не более 5 лет. Центром занятости населения с лицами, включенными в состав участников, заключает социальный контракт. Однако основным требованием получения микрокредита является залоговое обеспечение, которое устанавливается Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства. Для получения микрокредита необходимо заявление, удостоверение личности, адресная справка и бизнес-план по организации или расширению собственного дела. И лица, планирующие расширить собственное дело, дополнительно предоставляют документы, подтверждающие его платежеспособность. На сегодняшний день есть ли уже такие, кто получил кредит, и через какие финансовые организации оформляются кредиты? В настоящее время 9 человек получили микрокредит на общую сумму 25,5 миллионов тенге. Из них 7 человек – это на расширение собственного дела и 2 – на открытие. К примеру, безработный Каспанов Сабит Мирамович на открытие собственного дела, в частности, на оказание услуг пассажирских перевозок, получил кредит на сумму 3 миллиона тенге. В настоящее время он занимается покупкой автотранспорта. Предприниматель Булычева Ирина Павловна на расширение собственного дела, в частности, на развитие конного туризма и оздоровительных услуг, получила кредит на сумму 3 миллиона тенге. Основной целью расширения бизнеса является создание новых рабочих мест. Скажите, а куда можно обратиться по возникшим вопросам? Претенденты на получение кредита по дорожной карте занятости обращаются в городской центр занятости, находится на Мира 69, где мы их проконсультируем о возможности получения кредита и о обучении основам предпринимательства. А обучение основам предпринимательства осуществляется палатой предпринимательства на бесплатной основе с предоставлением сервисных услуг по сопровождению проекта маркетинговые, бухгалтерские и другие виды услуг сроком до 1 года. Скажите, а вы проводите какую-то разъяснительную работу по данному вопросу? Да, при Акимате города Петропавловска создана рабочая группа по реализации дорожной карты занятости, председателем которой является заместитель Акима города Петропавловска, и участниками рабочей группы представители заинтересованных органов. Для привлечения потенциальных претендентов на участие в программе специалисты Центра занятости населения проведены 39 встреч с субъектами малого предпринимательства на их территории. 26 мая текущего года в здании Центра занятости населения проведен круглый стол с представителями Фонда финансовой поддержки с аналогичной группой. Участникам рабочей встречи совещания разъяснены основные направления программы
возможности предоставления государством доведен пакет документов, необходимых для кредитования. В мае текущего года специалисты Центра занятости в целях разъяснения механизма предоставления участникам программы «Дорожная карта занятости. Мер государственной поддержки по развитию предпринимательства» проведен семинар сотрудниками фонда «Развитие предпринимательства ДОМУ». Информация о программе размещена в газетах, на сайтах Акима, на сайтах Управления координации занятости социальных программ и на сайте отдела занятости. Это второе направление по дорожной карте занятости. Скажите, а есть еще какие-то направления? Дорожная карта занятости 2020 включает в себя как оперативные меры антикризисного реагирования в случае ухудшения ситуации в мировой экономике, так и системные меры по обеспечению продуктивной занятости. В этих целях в рамках предполагается реализация трех направлений. Первое направление – обеспечение занятости, развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. В 2016 году в рамках программы «Дорожная карта занятости» по первому направлению предусмотрена реализация 22 проектов социально-культурной сферы на общую сумму 232,5 миллиона тенге. На период проведения ремонтных работ на объектах планируется создать 148 рабочих мест, в том числе 78 для участников программы «Дорожная карта занятости» через Центр занятости населения. Второе направление, о котором мы уже сегодня говорили. И третье направление предполагает обеспечение занятости через обучение и переселение. В рамках реализации третьего направления «Молодежная практика» 60 выпускников учебных заведений для получения первоначального опыта по специальности направлены и работают в 33 организациях города. В текущем году на социальные рабочие места направлено 44 человека, в том числе 2 инвалида. Средняя заработная плата составляет 55 тысяч тенге. Размер субсидий государством составляет 35% от заработной платы. За отчетный период в рамках профессионального обучения прошли переподготовку 20 человек, 4 человека повысили квалификацию. В настоящее время лица, прошедшие профессиональное обучение, трудоустроены. На существующие в базе данных вакансии рабочие места без оказания мер государственной поддержки трудоустроены 233 человека. Спасибо вам, Александр Юрьевич, что вы сегодня пришли к нам в гости, ответили на все наши вопросы. Всем доброго и до свидания. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня у нас в студии был заместитель директора Центра занятости Александр Юрьевич Белеченко. Это была программа «Диалог. Актуальные темы. Интересные собеседники». Всего доброго.